Объявлен конкурс на выполнение проектирования общеобразовательной школы в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, которая будет построена за счет муниципального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области. При разработке проекта здания особое внимание уделят безопасности и комфорту пребывания в нем детей. Ввод школы в эксплуатацию запланирован на 2024 год.